Всем привет, и это Бравл Толк, и сегодня лето монстров без монстров. Спойлеры. Ну, как спойлеры. Итак, в следующем обновлении мы добавили серьгу. Серьга состоит из одежды Макс, очка Брока, звезды Тика и ботинок злого Аркады, также стреляет атакой Джина и еще похоже на атаку Спайка. Его ульта — это взлетание на уровне Ворона и усиление как звездная сила Фрэнка. Дамы очень разнообразны. Также мы добавили скины, для которых нужно быть данатером и задратером. Скин Брок пошел не по моде, и серьга вспомнила Клэш Лайна. Новые скины, которые стреляют раками, и у них есть способность давать всем играть как рак. Новый режим, где вы играете против мамкина кликера сундуков, ему ничего не выпадает, так что ему мерещатся сундуки. Новая пригорода, и да, это тысяча озер, думаю, мы его задолбали. Мы сделали горячую зону, вам не понравилось, мы сделали новую горячую пятую точку, и вам не понравилось, так что мы его оставляем. Мы немного удлинили дорогу у славы и добавили несколько десятков тысяч трофеев, которые невозможно на 100% его пройти. Но если пройдете, то мы дадим мигающий, мы думаем, он очень поможет. Ну ладно, вы посмотрели Бравл Толк полностью и до конца, пока. Спойлеры. Да ну бля.